Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня я записала видео по проекту «Рекламная площадка», рекламная платформа. Продолжаю, значит, друзья, мониторить этот проект. Значит, на этом сайте несколько видов заработка. Вот я записала сегодня о том, что предстарт, как бы матрица у них линейная, но также это рекламная, друзья, платформа. Здесь можно размещать рекламу и зарабатывать без вложений. Обратите внимание, нажимаю «Главное», меня перебрасывают вот сюда. Для поиска рефералов, как бы, тут все такое. Далее. Пользователи, установите расширение и зарабатывайте без вложений. Никаких кликов, никаких заданий. Просто один раз установите наше расширение и заработок в фоновом режиме. Далее на расширение партнерка 10 уровней, заработок в фоновом режиме, много рекламы, это все можно прочесть. Ну и вот матрицу я вот сегодня записывала. Это, друзья, по желанию. Вот эта матрица, она на предстарте через 8 дней. Кто захочет, пожалуйста, регистрация, как я говорила, здесь простая, логин, имейл, пароль. И попадаем в кабинет. Значит, вот здесь нажимаем «Установить расширение». И нас, как бы, у меня уже оно установлено. Все мы знаем, как устанавливать расширение. И у меня уже начинает капать денежка. Здесь будет у вас «Установить». И вот у вас будет вот такой вот значок. Сейчас нажму на значок, на этот. И вот, пожалуйста, вот он. Вот у меня уже денежка начала капать. Баннеры я просмотрела, посещение, как бы. Значит, вернусь я в панель управления. На это мы пока не обращаем внимания. Это уже по желанию. Значит, рекламные пакеты нам не надо. В настройках я прописала платежные реквизиты. Указала скайп, если кто захочет со мной связаться. Ну, имя, фамилию. И партнерская программа, друзья. Здесь три ссылочки. Можно рекламить любую из них без разницы и зарабатывать также без вложений. Вот. Вот у меня уже 3 человека. Значит, здесь баннеры я показывала в прошлом видео. Далее, смотрите, посещение. Вот здесь мы для рекламодателей, здесь вот матрица, первый заработок будет, потом заработок без вложений, кто хочет зарабатывать на просмотре, будет у вас появляться такое окошечко. Здесь написано в левом правом углу. У меня появляется почему-то оно в правом. Ну, вот знаете, да, как расширение мы устанавливаем. Много у нас есть таких рекламных платформ, где появляется окошечко, и мы как бы просматриваем определенное количество секунд рекламу. Значит, смотрите, реклама для рекламодателей. Посещение. Вот. Значит, у вас нет. Добавьте сайт. Вот сюда нажимаем «Добавить сайт». И здесь у нас цены. 3 секунды просмотра 4 копейки. 15 секунд, 30 и 60 секунд. Это, ну, по нарастающей идет. Но прежде чем рекламить, вот здесь баланс на вывод идет и рекламный баланс. Естественно, нужно будет пополнить на определенное количество денег рекламный баланс. Значит, сюда вставляем ссылку, таймер 3, 15, 30, 60 секунд. Далее показываю сайт человеку за сутки, сколько сами устанавливаете количество. Так, переходов в минуту. Сколько тоже? Так, 30, 60, 120, 30. Это все заполняем. Нажимаем «Добавить сайт». И как, что вы будете, на какую сумму? Тут уже подсчитываете, пополняете рекламный баланс. И рекламка будет как бы активна. Далее, реклама в браузере. Вот что нам тизеры показываются. Значит, опять же,
Сюда нажимаем «Добавить сайт». И сюда вот прописываем ссылочку на проект. Далее таймер 10 секунд. Рекламный текст сюда прописываем. Выбираем файл изображения. Далее показывать человеку сутки сколько. Скорость. Здесь есть медленная скорость, средняя, быстрая, очень быстрая. Далее. И здесь расценки. За 5 секунд показа 2 копейки всего лишь. Это 1000 показов у нас выходит 20 рублей. Я считаю, это недорого. Ну и по нарастающей 5 секунд, 15, 30 и 60 секунд. Одна минута, вот 60 секунд, сколько это? 80 рублей. Вот. Вот такой вот сайт. Знаете, что еще хочу я сказать? Вот здесь пополнить баланс. Так, реклама, да. Пополнить баланс. И вот пополнить рекламный баланс. Прописываем, выбираем, что вам надо. Payer, сюда сумму, ну, 1000 показано, например, 20. Прописываем 20 рублей, нажимаем пополнить баланс и пополняем вот рекламный баланс. Так. Далее что? Вывод средств. Вот хоть убей меня, я не нашла минимальный вывод средств. Вот. Я написала уже в поддержку. Значит, без вложений. Ну, матрица это отдельно, да, как бы считается. Ну, а мы-то зарабатываем без вложений на расширение. И должен же быть какой-то лимит вывода средств минимальный, правильно? Вот, я не нашла ничего, где вот здесь у нас на сайте. Вот, я написала в поддержку, спросила минимальный вывод без вложений какой. Вот везде как бы от рубля. Вот сколько у меня расширений стоит, рекламных этих у меня. А здесь посмотрим, что мне ответит расширение. Я или запишу видео, или в комментарии под видео оставлю комментарий. И вот здесь выбираем платежную систему. Я только Яндекс прописала и Payeer. Прописывать будем сумму и создать заявку. Значит, и дней работы, как один день. Народ прибавляется. Онлайн уже 1081 человек. Люди интересуются, конечно же. Вот. Ну, историю операции я еще ничего не делала. Я люблю такие расширения, на них неплохо зарабатываю. Где-то прилично, где-то не очень, но тем не менее. Кому интересно, пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.